чтобы жизнь всегда прекрасная была. А для того, чтобы всем жителям нашей огромной страны жилось спокойно, у нас существует армия. И пограничники одними из первых встречают врага лицом к лицу. Это они защищают рубежи нашей Родины. Я неспроста заговорила о пограничниках. У нас для вас есть сюрприз. К нам на концерт со своим выступлением приехала целая рота пограничных войск детского сада «Тополек». Это будущие наши защитники, смелые и мужественные. Так что мы можем спать спокойно. Когда буду, ты поймешь.